Здравствуйте, друзья! Это Хроника СГА, территория смысла и света. Здесь есть ответы на очень важные и сложные вопросы, которые волнуют людей уже много тысячелетий. Есть ли Бог и кто Он на самом деле? В чем смысл жизни? Как мы попали в плен религий? Как человеку найти дорогу к истинному счастью и исцелиться? И мы будем идти на свет, который не погаснет. Все дано, бери и делай. Настолько все упрощено для того, чтобы делать добрые дела. Благодаря технологическим достижениям освободилась масса времени. Свободное время мы можем использовать для того, чтобы ухаживать за своим телом, душой и за всем, что тебя окружает. Для людей сейчас много блага. Раньше машины ломались постоянно, еще раньше на лошадях перемещались. Письма писали, отправляли их с гонцами из голубиной почты. Были войны, был дефицит и недостаток информации. Сейчас есть все. Скоростные автомобили, скоростной интернет, скоростные самолеты. Все ускорилось. Сами люди замедлились в своих реальных делах и поступках. Стали примитивнее и дешевле в своей сути. У человека появилась масса времени, огромная и великая масса для того, чтобы заниматься обустройством себя, своей души, своего окружения, жизни вокруг себя. А большинство людей даже этого не хотят делать. Настолько люди погрязли в излишках и стали зависимыми от них. Человек сегодня настолько обленился, что даже не может контролировать свою диету. Что говорить о жизни в целом? Человеку столько благ предоставляется судьбой, а воспользоваться в полной мере люди ими не могут. Кто-то ест все подряд и постоянно, кто-то только и думает, как заработать побольше и тратит все свое время на деньги. Кто-то просто ленится и посылает все проблемы куда подальше. Кто-то курит и пьет алкоголь, а еще и употребляет наркотики. Нам бы спасибо говорить непрестанно, а мы плюем в лицо своим создателям. Травим себя и все вокруг. Полное безобразие. На этом сегодня все. Если у вас есть вопросы и предложения, пишите об этом в комментариях. Следующие выпуски будут создаваться на основе этих данных. Спасибо за внимание, друзья. До новых встреч!